Доброе утро, драгоценные, дорогие друзья! Приветствую всех на нашем духовном завтраке. Сегодня суббота, вечер, и семья пастора Виктора Бастиана со своей супругой Светланой приехали к нам сегодня с ночевой для того, чтобы завтра нам в церкви послужить. Знаете, что хотела бы сказать? Почему они приехали? Потому что у нас есть отношения. Потому что между нами есть отношения. Мы их строили, мы общались, мы разговаривали, мы приезжали друг к другу в гости, поэтому сегодня пастор Виктор здесь. Сегодня здесь не какой-то другой пастор, а именно он. Друзья, Писание нам говорит, Ефесянам 4 глава 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Писание нам конкретно говорит о том, что нам необходимо с вами, как верующим людям, строить отношения между друг другом, ибо так будет скрепляться Церковь Божья. Вы знаете, что только отношения мы заберем с собой на небо. Все то, что нас окружает, все моль, ржа, все сожрет. Лишь только отношения мы заберем с собой туда, на небеса, потому что мы там будем друг друга узнавать. Поэтому надо их строить. Я думаю, что если выше посмотреть, 14 стих написано, дабы мы не были более младенцами. Вот младенцы, они не строят взаимоотношения. Младенцы, они обижаются, они уходят из церкви, они строят козни, они разносят сплетни. Это младенцы. Но пускай мы такими не будем. Мы же с вами взрослые люди. Давайте будем строить отношения. Строить отношения друг с другом. Потому что так только Церковь Божья будет скрепляться, и врата ада ее не одолеют. Аминь. Да, дорогие братья и сестры, любите друг друга, как Христос вас возлюбил. И знаете, такой момент, что не любите тех, которые вас любят, а любите так, как Христос вас возлюбил. Любите друг друга, все у вас получится. Аминь. Аминь.